Всем привет, дорогие друзья, с вами мастерская Мастерок, очередная посылочка из Китая. Давайте откроем и посмотрим, что нам пришло. А нам пришло две крутых футболки. И это даже не AliPrice, это я заказывал для себя сам. Такая вот гофрированная ткань в таких вот пакетиках прикольных. Кстати, прикольные пакетики. И здесь у нас, ух ты, приятная такая на ощупь. У нас первая вот такая. Картинка будет вот тут. Ну вот, видите, давайте приближу. Видите, такая интересная ткань, вся в мелкую дырочку, сеточку. Должна быть по размеру. Ну и вторая футболка с юмором. Многие из вас, моих старых подписчиков, знают, что я очень люблю котиков. У меня у самой их дома два. И вторая футболка с космическим КТ, который ест пиццу. Тоже тут будет картинка. Тоже прикольная ткань. Ну, с одного магазина брал, у одного продавца. Цена тоже довольно-таки приемлемая. Во всяком случае, дешевле, чем на рынке, точно. Ссылочки на это, на все добро, будут в описании. Всем спасибо. Всем пока.